Привет, народ. Ну что, вот так вот и спим при минус 10. Все нафиг открыто. Окна, все вот так вот раскрытые. Любас-то меньше не делается. Ёлопало. Всю ночь так. Жарище. Что скажете, еще поспать или пойти щук ловить, а? Я за то, чтобы еще поспать. Что-то мне лень щук ловить. Вот, ребят, вернулись наши гусятники. Кого он напоминает? Мне человека-невидимку напоминает. Видите, с двух ружей по северному лупят. С левой руки, с правой. Так, ребятки, ну что, я дождался снегохода. И сейчас поеду ловить щуку. Щуки сказали ловить много. Не было печали, да пришла зима. Птицы замолчали и съежились дома. Холодно в природе, снег лежит кругом. А я на снегоходе, я еду с ветерком. Туда, где снег, туда, где лед, туда, где ветер, а душа бродяги дома не живет. Отложи бумаги, ведь это снегоход. Верная машина, крепкая рука. А ветер для мужчины, пыль для моряка. Туда, где снег, туда, где лед, туда, где ветер сносит. Дайте ходу, снегоходу, невзирая на погоду. И побольше газу, и вперед. Легких трасс не обещаем, только мы об этом знаем. Я и мой приятель снегоход. Так, будем проверять. Пусто. Тут вообще нету. Странно. Тут тоже нету. Пусто. Все, тишина. И повесим на нее колокольчик. Как клюнет, так зазвенит. Окушок подошел, ребят. О, отлично. Отлично, свежий глаз. О, блин, вот это, ребята, удар был. Щука. Щука, ребятки. Блин, а! Да что ж ты будешь делать? Опять, ребят, ударило. Подо мной мелко. Где-то сантиметров 30-40. Подо льдом. О! О! Что-то есть. Глаз. Глаз попался. Еще один мелкий. Еще один мелкий. Опа, щука, ребята. Щука. Щука. Щука, ребятки, вот она. Ха-ха-ха. Ай, красавица, ай, ты умница. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Ай, ты умница. Щука, ребятки. Это Виктор Анатольевич едет. А? Вот ты ехал, как раз вытащил ее.
Опа! Ну вот она. Опа! Есть! Красотка, иди сюда. О, дядь Витя, лунки решил еще побурить. Опа, ребята, что-то там очень хорошее. О, класс. Класс, как она дрыгалась-то, красоточка. Ну что, ребят, вот так вот. Опа. Окушок. Опа, есть. Вот она. Вот она твоя хулиганка. Самая вкусненькая. Ох, нифига перекусанная-то она. Слушай, реально вот это перекусано. Ну, ребята, смотрите, какие крокодилы есть, каких щук кусают. Эй, глаз отдай, у меня счастливый глаз это. О, перекусано. Бедолага. О, блин. Есть! А? О, блин! Да что ж это там такое-то, а? Что же это там за... Не, она меня уводила прям. О! Ребята! Смотрите, какой крокодил! Хорошая вообще, я говорю, она меня, я держать не мог. Из этих всех маленьких она хорошая. Да. Поедем. Опа, смотри, как я бросил, да? Опять? Достал? Так, а я вот только бросил. Ну, давай, доставай. Нет, ушла. Ушла? Я говорю, там какой-то рассадник. Сейчас она возьмет. Ай, красотка. Ай, какая красоточка. Ёлы-палы, вот это монстры, ребята. Капец. На ложку ловятся. О, за 10 минут 3 щуки из одной лунки. Какой-то тут щучариум. Бедной остальной рыбе здесь достается, да? Ух, а ушла, блин, а. Ушла, ребят. Сейчас возьмет опять. Куда она не денется? Только камеру остановил. Бац, еще одна. О, есть. Есть. Хоп, 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 хоп. Ах, ушла. Зараза. Ну вот, ребят, смотрите, какие... Красавицы за час рыбалки. Добрый он, моя варежка. Для масштаба. Сколько весит, не знаю. Предполагайте сами. Ну, а не, у меня сейчас нет с собой весов. Так а мы сейчас поедем туда. Ну да, вот эту большую можно взвесить. Интересно. Давайте, пишите в комментариях, сколько она весит. Кто угадает ближе всех, тому приз будет. Ох, какая красоточка. Прошу, как заглотила-то. Сожрала полностью балансир. Хорошая. Тоже покусанная, что ли? Да, она потерла где-то. Как будем вытаскивать сейчас? Вскрытием. Собака злая. Отрыгивай давай, отпустим. Так, ребятки, ну вот, пошла первая партия. Вот так вот, час. Че, бур тоже здесь ставлю? Да, конечно, положи. Первая партия поехала.
полетел. Гоняет сейчас в поселок. Привезет продуктов там, то чего еще. Веселые карты. Вон в вертолете. Ну, вагончик тронулся, а мы остались. Так, ребятки, ну что, поехал я щук ловить. А то что это они там не ловленные сидят? Айда рыбалка делать. Опа, где тут моя супер удочка? Опа, блин, ребята, было, и порвало поводок. Братцы, вы представляете, а? Ёлы-палы, какой поводок карабин разогнуло к чертовой бабушке? Вы посмотрите, что там за крокодилы должны быть, а? Блин! Бесит! Как так-то? Как так-то? Ладно, сейчас починю. Блин, ратлин жалко. Хороший очень был. Такой увесистый. Ну, щука. Я тебе устрою. Отдавай ратлина моего. Опа. Окунь. Ну, ребятки, смотрите, какого я себе сделал складничка. Кованый дол, стабилизированная карельская береза. Притин из дюраля. Короче, такой красавец нарядный получился. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент. Верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Так, этот ратлинг прям на поводке так и оставлю. Вот попробую половить вот на такой балансир. Посмотрите, какого, ребятки, я кабанчика достал. Ай да я. Ай да молодец. Жареный окушок-то будет вообще в тему. О, опять стреляет. Опа. Ну вот, ребятки. Еще один. Поменьше чуть-чуть, конечно. Ну ничего. Опа. Ты зараза. Ха-ха-ха-ха, вы видали? Нет, ну вы видали, а? Я его бедолагу проткнул с подбородка аж. Засек. Опа. Мелочь. Мелочь пузатая. Опа. Нет, походу опять этот же. Не, ну все, тебе уже не будет пусчады. Ну вот, ребят, не успел опустить и достал. Опасть-то какая, смотрите. Страшное. Вот это я понимаю. Вот это зарыбалили. Есть контакт. Не успел опустить. Жалко, камера выключена была. Так, плавничок окуневый. Ух ты, ребята. Ух ты, блин, ушла. Ушла, разогнула крючок и ушла. Хорошо. Вы видите, что творится? Парни, вы видите, что творится, а? Это что-то очень хорошее. Это мой ратлин, наверное, поднимается. Ребятки, это мой ратлин поднимается. Тихо. Ну, что-то.
Тихо. Ой, добрая. Добрая щупарка. Не хочет. Ну, давай. Мы тебе слабину не дадим. И заведем тебя. Один фиг. Блин. О, вот он. Ой. Парни, это что такое? Братцы, это, блин, это бревно. Крутяк. Не, вы видали? Колбаса какая! О! У нее голова, как мой сапог. 2, 3. 3,5 сапога. Сколько же она весит. Вот это бревно, а? Вот это бревно. А что радуюсь, что мне делать-то еще? Вы бы сами радовались, знаете как? Такого бы крокодила, если бы зловили. Фу, хорошо за ус завелась. Ратлина моего нету. Парни, это бегемот крокодильский. Ух, вот это кайф. Вот это, я вам скажу, кайф, ребят. О! Ух ты. Ха-ха-ха. И еще один. Тут же. Вы что там? Сговорились, да? Маленькая, хорошенькая. Вкусненькая. Опа! И еще одна есть. Парни, я не знаю, куда я попал, где я ловлю. Но тут щук много. Фу. Блин. О, какая красивая стала сразу. Она мне все крючки разогнула. Это что-то. Братцы, это что-то. Надо тройник этот поменять. О, все, он двойником стал. Все, тем более менять. Ну все, иду пить чай. Ух, дурной кайф. Ой, ребята, как же здорово-то. Как же это здорово, кто бы только знал. Вот это рыбалочка. Вот это рыбалочка. Это что-то. Это с чем-то. Сейчас запиндюлю вот такой тройник мощный. Многие говорят, что у нас мало охоты. Вот охота будет, я думаю, я ее покажу, охота будет. Но рекомендую вам зайти на Instagram аккаунт Russia Hunting Today. Там очень много видео и фото от охотников и для охотников. То есть ребята делятся своими трофеями, какими-то секретами, видосами интересными. Очень рекомендую вам по поводу охоты заглянуть туда. Мы, конечно, будем по мере возможности тоже показывать охоту, но там вот как раз спецресурс специализированный для этих дел. Есть, ребятки, есть. Есть. Ха-ха-ха-ха.
Посмотрите, это вся покусанная, это такой размер, весь покусанный. Это что ж здесь за крокодилы-то водятся, блин? Пошли со мной, щука. Сейчас я тебе буду массаж делать. Давай, массаж. Опа, массаж. Ну как, ребята? Чуть-чуть ловится. Помаленечку. Помаленечку-то ловится. А местные говорят, не клюет. Они не ловят щуку. Щуку ловят в этих озерах чир, пелить живет. И вот щуку они ловят в основном для того, чтобы очищать озера. Ну, собаками кормят. Сами не едят. Потому что щука здесь вреда много наносит. Выбивает все. Окунь, щука. Благородную рыбу бьет. Ну, это плохо. Поэтому они ее не отпускают. Ладно, до следующей луночки пройдем. Оп. Тут подергал. Сейчас ударит еще раз. Опа! Есть! Есть, есть, есть щупарь. О, хороший. 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 Опа! Ачта, ты красавица, иди со мной. Поехали. Поехали со мной кататься. Поехали со мной кататься в кучку. В кучку. Массаж. 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 О! Массаж. Потихоньку разгибают крючочки. Шучки. Ну вот, ребята, еще одна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Конечно же, бомба. Бомба щука. Шесть штучек за полчаса. Что ж, я считаю, что это очень неплохо. Удочка уже наладом дышит. Надо сюда хорошую удочку брать. Я думаю, мы еще поедем в такие места. Есть, ребятки. Есть. Опа. А такая красавица. Ай. Ай. Так, массаж. Массажный кабинет. Прошу вас, расслабьтесь. Фу, мы приступаем. Ну, откройте ротик. Ну, ребят, экстрактор нужен, конечно. Опасно им в пасть такой. В такую пасть сувать. А вот сейчас могла щука подойти. А кушок куда-то пропал. А ну, кыш, это моя рыба. Орел прилетел, ребят. Засранец. Может ведь украсть. Здесь щуки нет. О-о-о, щука-бегемот. Ну, есть. Ах, сорвалась, ребята. Сорвалась. Хвост весь обтрепало мне. Так, ребятки. Ну, пробил я еще 6 лунок. Фу. Все-таки электробур легче таскать. Хе-хе. Пойдем, попробуем. Половим тут. Так, проверяем новые луночки. Может, какая попадется? Счастливая. Эх, камеры Калипсо у меня с собой нету. Вот это, конечно, грустно. Можно было кадров наделать. Но я-то ехал на охоту, поэтому ни поплавок графовский не взял, ни удочку свою, ничего вообще. Думали, гусь будет валом переть. Некогда будет рыбачить. Жду тебя, щука. Без тебя скучаю. Давай. Путь, 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 путь. Ты посмотри-ка, какая зараза, а? А ну, клюй давай. Ух ты. Ух ты. Горбатый, а? Ну, иди сюда. О! Ребятки, вот такой окушок попал. Да, щука отошла. О, окунь. Окунь, ребят, подошел. Стоит.
Вот, ребят, вы видели, как мы сейчас обломали охотникам. Подвозил Виктора. И за снегоходом мы не услышали манок. Вон, видите, где охотятся. Все, вот изба, вот там охота. Не услышали манок. И ребятам обломали, гусь чуть-чуть ушел. Хорошо ушел такой. Так, друзья, ну а я, наверное, сейчас сделаю что? Сделаю следующее. Я, наверное, покушаю. Пожарю икорки себе. Фух, отдохну чуть-чуть. Да поеду потом половлю опять рыбу. Чего нет-то? Хо-хо, пока ловится-то. И вот так еще кусочек. Так, ребятки, ну что, вот моя икорка. Вроде даже готова. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду GERASIMSHERP. Ссылка в описании. Свежий хлеб, ребят, с пекарни. Это что-то. Я рыдал. Немного отдыхаю. Пришел в палатку. Включил и басту, сушу носки, сапоги. Ну все, ребят, поехал я опять половлю рыбу. Может, уже начало клевать. Так, друзья, я вернулся. Будем пробовать ловить опять. Хорошенько укололась, видать. А нет, вот она, ребята. Вот она, красотка. Вот она, красавица. Вот она, моя умничка. Вот она, красотулечка. Так, ты мне снасть не путай. Что ж вы такие? Чем меньше, тем... Обычно оно так и бывает. Любопытная она. Сразу и слышит шум какой-то. Приходит. Да, видать, прорядил я здесь щучье племя хорошенько. Хорошенько прорядил. Все, ребят, возвращаюсь на базу. Клев закончился. Нет. Гусь наш сегодняшний. Ну, кушать сейчас его буду. Ой, братцы, наш гусь вел правильную жизнь, да? Вообще, кошерный гусь. Кошерный гусь. Это что-то с чем-то. Кошерный халяльный. Что-то с чем-то, братцы. Не, гусь был... Дробиночка-троечка попадается. Красота. Это для десерта. Да. Вот так вот у нас заканчивается день, ребят. Я половил сегодня щук. Ребята добыли гусей. Это первый лед вот пошел, разведчики еще. Я не представляю, что будет, когда пойдут нормальные гуси. Обороняться будем. Лопатой. Обороняться будем, да. Ребят, я думаю, на сегодня день у нас заканчивается. Всего вам хорошего. И смотрите обязательно следующую серию. Завтра будет заброска меня в стан крокодилов. Ребята говорят, там от 10 начинается. Ты пока поучился на... Ловить я буду, ребят. Вот мне выдали леску. Буду ловить на нее, короче. Еще должны якорь дать. Как-то вот так вот и сказали ствол потолще срубить. Чтобы... Ну, ломает, говорит, если 10 сантиметров березка ломает. Так что вот так вот. Все. Всем пока. До завтра. Хорошего вам настроения. Куропатка, ребята. Прилетела избушки у нас кукарекает. Вот кто нам по ночам спать не дает. Смотрите, смотрите. Не знаю, видно вам, не видно. Сейчас взлетит, увидите точно. Ва-ва-ва, сидит. Побежала. Вот так она у нас под палатку подбегает и кукарекает ночью, часа в 4. У курица. Кыш!